Ну вот, с трудом, но доехали до Рицы. Внизу плюс 15, здесь почти ноль. Снег оказался. Мы не знали и нас не предупредили на въезде внизу. Чуть не застряли. Тут вообще даже джип очень сложно проехать. Не знаю, как у меня получилось. Вот сейчас путь назад будет. Никто ни от чего не застрахован, но будем надеяться, что мы съедем все-таки вниз. Вот. Сейчас немножко в легком шоковом состоянии пребываем, что мы вообще доехали до сюда. Думали, что сядем в горах. Вот озеро Рица. Конечно, с такими приключениями добираться — это удовольствие немножко и красоту скрашивает. Зимой, наверное, сюда никто не ездит, потому что мы все встретили одну машину. Вторая не доехала до тех мест, которые мы прошли. А вот газик местный, наверное, тут егеря или кто, охрана, они проехали, у нее клиренс высокий. Вот, вон машина моя стоит. Слава богу, вроде бы пока ничего я там не повредил. Днище, конечно, цеплялось. Даже билось чуть-чуть. Вот. Вот она, Рица. Зимой. Тихо, никого нет. Но застрять бы здесь было бы очень нежелательно. Николай Иванович, окружение собак. А в Чечне-то вы взбирались далеко или нет? Вот тут мы ехали в горку там, но назад хорошо съехали, уже нормальный участок начался. Думали, сядем навсегда там, в снегах. Вот, подъехали к водопаду. Мужские слезы. Вот он.
она многострадальная, моя любимая Санта-Фе. Все. Пережила, перенесла. Ну, конечно, желательно ее бы на яму или на подъемник посмотреть, как я там выбирался. Может, я там что-то испортил, не знаю.